Привет, вот насчет этого Фюнбус. Заходишь сюда, видишь, находишь Фюнбус. Открываешь его. Написано, что он больше не работает. Вот повезло, а. Надо скачать совсем другое. Ну, будем знать зато. Вот этот вот надо. Зелененький. Райсе билет. Сейчас посмотрим, как там. О, мой мобильник, а если я не хочу мой мобильник им давать? Ладно. Потому что они любят потом звонить нахрен. Для этого у меня двойной, ну, несколько мобильников, чтобы... У тебя что же теперь другая или пара карточка есть? Можешь туда им дать это, тот номер, чтобы они, если они будут звонить, типа мучить тебя, что купи нам побольше, купи то это, купи все. Чтобы они туда звонили на твой интернет, ну, понимаешь, на твой интернет, на твою вторую симку. Так, 145 надо убрать, вот наглецы, я не могу, блин. Сейчас они код отправят. Так написал. Молодец я. Так, это нам. Это нам не надо. Видишь, нижнюю на сбираю не зелененькую, а нижнюю. Это чтобы они видели, где-то мы находимся. Вторую нажал. Так, ладно, наконец-то поехали. Смотри, где я нахожусь? Я хочу ехать на центральную. Оденсе-СТ, это самая центральная у нас станция. Странно, что он пишет моя локация, где я нахожусь. Ну, не странно, но... Лучше бы написал бы, как у меня эта станция называется. Ну ладно. 195-й нам надо ехать, что ли? Мне надо ехать. 16:59, значит, я должен ехать на 190. И идти сколько метров? 4 минуты должен идти пешком. Ну ладно, 195-й, значит, я должен до центра ехать. Так, взрослый 26 крон. Карточка. Дальше ты, наверное, справишься сам. Карточка. Ага. И все, я думаю, он сработает. И как-то у тебя потом билет выскочит. Ну все. Значит, следующее, смотри, еще сделай себе, знаешь, какое приложение. Сделай себе приложение eBox, если еще не сделал. Там, короче, все бумаги у тебя будут приходить с коммуны и все такое. Еще сделай Lunar Bank. Это тебе зарплата будет приходить, когда-нибудь на работу уже пойдешь, правильно?
Хотя я не пользуюсь, но у меня многие друзья пользуются. Говорят, они самый дешевый. Самый дешевый банк. И это... Кому на тебя же деньги куда-нибудь должна отправлять. Я дальше не знаю, куда нажимать. Ну, сам попробуешь. Там потихонечку, может, на английский переставишь. Там, наверное, твой CPA надо будет набрать. Твою желтую карточку, если у тебя еще есть она. Если нет, то подождем. Спросят они, когда тебе банк делать. Ну все, пока.